Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и сегодня хочу вам показать ходовую планировку 1+1. Квартира у нас находится на втором этаже, и сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, войдя в квартиру, мы попадаем в небольшую прихожую зону. Как таковой она не зонирована. Здесь можно, конечно, сделать перегородки, чисто визуально, чтобы закрыть эту кухонную зону. Есть у нас шкаф в прихожей зоне, это, конечно же, радует. И давайте сразу перейдем к осмотру нашей кухни. Здесь у нас Г-образной формы кухонный гарнитур, мраморная столешница. Есть место под духовой шкаф, посудомоечную машинку и хороший холодильник где-то на 91, по-моему, тут. А нет, 84 точно влезет. Давайте теперь рассмотрим зону отдыха этого салона. Как вы видите, салон достаточно просторный. Здесь у нас примерно 4,5 на 6 квадратных метров вот вся эта комната. Уже установлены радиаторы отопления, подготовлено место под телевизор. Здесь, получается, должен быть у нас уголок мягкий. На восточной стороне этой комнаты находится у нас балкон. Давайте выйдем на него, осмотрим детально. Ну что ж, друзья, конечно, балкон небольшой, похвастаться особо нечем, но примерно 2,5 квадратных метра здесь точно есть. Передо мной находится место для установки газового котла и стиральной машинки. Здесь такая своеобразная ниша сделана, можно будет закрыть шкафом все это дело. И здесь поставить небольшой стол с двумя стульями. Как таковой, проводить здесь время можно. У нас здесь тихая, спокойная улица. Впереди у нас территория соседнего комплекса, очень зелененькая, миленькая, бассейны видно. В общем, и в ту сторону у нас... Даже могу сказать, что частичка моря тут у нас присутствует, несмотря на то, что это всего лишь второй этаж. Проходя из салона в спальную комнату, вот за моей спиной остается у нас общий санузел. В нем у нас квадратная душевая кабинка, подвесной унитаз и умывальник с зеркалом. А теперь давайте перейдем в спальню. Ну что ж, спальня у нас около 10 квадратных метров, примерно 2,70 в ширину и 3,5 где-то в длину. Окно тут у нас, естественно, единственное, смотрит так же, как и в зале, на восточную сторону. Как вы видите, радиаторы отопления у нас уже установлены. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Хорошая планировка в данном случае. Правда, небольшой балкон, но там вполне можно разместиться двоим людям, проживающим в этой квартире. Кроме того, несомненным достоинством этих апартаментов является то, что она находится в тихом, спокойном уголке ТЖ, где можно, кстати, оформить ВНЖ. Здесь у нас до моря около 350-400 метров, до ближайшего магазина порядка 150 метров. До остановки общественного транспорта около 200. А вот рынки, здесь два рынка поблизости, равноудаленные по средам и по субботам, примерно в 350 метрах. Поэтому те, кто заинтересовался нашим сегодняшним предложением, обращайтесь к нам. Оно достаточно демократично для того, чтобы заинтересовало основную массу наших покупателей. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.